Друзья, всем привет, всем рад, нахожусь в магазине «Светофор». Народу сегодня очень много. Магазин как никогда сегодня полон продуктов. Давайте посмотрим цены. Так, картофель по 43 рубля, молодой, весовой, 43,20. Рядом свекла мелкая, 31,40. Друзья, зашел в холодильник, виноград, 146,20. Отличный ценник, по крайней мере, у нас в области. По магазинам дороже. Так, перец по 60 рублей. Тоже хорошая цена. Так, такую еще поискать. По многим магазинам, не буду называть название, дороже. Томаты, сливка 66. Тоже отличная цена. Выглядит хорошо. Так, кабачки 47 рублей. Такого правильного размера, как раз вкусные. Так, и чесночок. Тоже много привезли. Ценника почему-то нет. Морковь по 37 рублей. Так, а эти огурчики, похоже, переросли. Огромные, чуть желтоватые. Ну, может быть, перемерзли в холодильнике. 37 рублей. Есть даже побольше, чем те кабачки. Три огурца на 46 рублей. Интересно, какие на вкус. По такой цене я тоже затарю сейчас, доснимаю для вас. Надо брать. Так, еще привезли рыбку красную. Совсем маленькие кусочки. Филе, кусок, форель, слабосоленая. Стандарт качества. 118 рублей, 100 грамм. Ну что ж, на бутербродике вполне можно взять, наесться недорого. Очень давно не привозили рыбу в магазин. Максимально приближу, может быть, кому-то будет интересно почитать, что здесь написано. Нажмите на паузу. Форель радужная. Друзья, идем далее. Увидел вот такой продукт, уже покупал. Мне нравится, тоненько режешь. На греночку очень вкусно, с горчичкой. Мясодель панчета, 266,70 за килограмм, 168 рублей. Вот такой большой кусок, надолго хватает. Продукты свинины категории Б, охлажденный. Цена нормальная, специи чувствуются. Так, что это такое? Похоже, курица. Бедро в маринаде, 274 рубля за килограмм. А еще грудинка сибирская, тоже мясодель. Так выглядит на срезе. Килограмм 299, кусочек на 200 рублей с копейками. Рыбки немножко сегодня, но может уже разобрали до меня. Людей много, 140 рублей минтай. Курильский рыбак называется производитель. И вот такая таранка по-старому, а сейчас называется киперс из карася. 234 рубля за килограмм, 89 рублей. Тут две рыбки завернуты. Так, еще что-то новенькое. Сиртаки для греческого салата. 55% написано, 330 грамм. Верность традициям сохраняет свежесть. Написано, давайте приблизим состав. Пастеризованное обезжиренное молоко, растительный жир, сухое обезжиренное молоко, молочно-белковый концентрат и так далее. Нажмите на паузу, если интересует. Изучите поподробнее. 125 рублей стоит. Друзья, вышел из холодильника. Здесь тоже новинка. Еще ни разу не встречал. Ни здесь, ни в других магазинах. Фейхоа, протертая с сахаром. Вот так вот выглядит стоев. Стоит попробовать. Написано, ну я думаю, действительно стоит попробовать. 570 грамм баночка. В составе ягода, фейхоа и сахар. Больше ничего. Срок годности 2 года. Интересно. Густая такая масса из фейхоа. 154 рубля. Так, сладкая соломка. Хотел соленый взять, похоже, только сладкая. Сегодня беру в светофоре, подешевле, чем
во многих магазинах. 51 рубль, целых 300 грамм, большая пачка. Так, друзья, привезли бигланчи, вкусная пауза. Они здесь подешевле. 18,80 стоит. И 32 рубля лапша экспресс. Что же, новенькая евро экспресс, вот такие. Большая порция вкусного обеда. Здесь 90 грамм, но чуть подороже. Друзья, специально зашел в Пятерочку. Давайте сравним цены. Морковь 41,99, 42 рубля без копейки. Вот такие огурцы 79 за килограмм. Так, картофель 41,99. Кабачки покрупнее, чем в светофоре только что видел. 97,99 за килограмм. Так, перцы 25,49 за 100 грамм. Недешево. А вот такие 89 рублей. Друзья, хочу обязательно поделиться с вами своими покупками с Яндекс.Маркета. Покупал уже не раз, быстро приходит, найти можно все, что угодно. Вот мне понадобилась шлифмашинка, взял вот эту, посоветовали. Ручная электрическая орбитально-шлифовальная Interscroll фирма. Удобная, компактная, современная машина для работы в быту и на производстве. Простая и быстрая замена шлифовальной бумаги, автоматическая система пылеудаления. И написано «фильтр в комплекте». Вот так он должен выглядеть. Регулятор оборотов. Важная функция. Так, сделано в Китае. Написано. Это пылесборник с фильтром. И даже положили наждачную бумагу P120. И еще, по-моему, два штучки. Так. И помельче зернистость 240. Ну, сейчас попробуем, как будет работать. Здесь липучка с отверстиями, чтобы пылеотвод был. Так, и ставим, чтобы отверстия совпадали. Поставлю зернистость сначала покрупнее. Кнопка включения. Здесь колесик регулировки оборотов. Давайте включу, сейчас посмотрим. Фильтр очень просто одевается. Тут вот такие пазики. И немножко повернуть направо. Так, первый запуск. Отлично работает. Регулировка оборотов тоже работает. Сейчас что-нибудь найду. Испытание проведем. Нашел старую вот такую досочку. Давайте испытаем на ней. Ну, наверное, закажу еще на Яндекс.Маркете побольше шлифовальных кругов. И отлично, мне нравится, здорово. И ценник порадовал, нашел по отличной цене. Друзья, еще на Яндекс.Маркете заказал подушки, две штуки. Galtex называется компания. Собакин тоже рядом со мной тут смотрит, сидит. Ценник вполне устроил, решил купить 70/70. Жаккард белоземельный. Посмотрим, сейчас распечатаю. 100% полиэстер написано. Очень компактненько все запечатали. Подушки очень легкие, почти невесомые. На ощупь ткань приятненькая такая. Классно выглядит. По-моему, супер. Мне нравится.
мягенькие такие, воздушные. Сейчас полежат, распрямятся. Серебристый или золотистый вот такой рисуночек. Я доволен покупкой. Ценник тоже здоровский. Ссылку тоже оставлю в описании. Я думаю, может пригодиться. Сегодня решил затариться по полной. Еще одна посылочка с Яндекс.Маркета. Интересно, что там внутри. Сейчас распакую, посмотрите. Нужная вещь. А это вот такая формочка для яиц. Купили холодильник. Представляете, а там совсем маленькая, всего на 6 яиц контейнер. Но это даже контейнером нельзя назвать. В магазинах поискал, в одном, во втором нету. Ну вот, решил на Яндекс.Маркете посмотреть и нашел. Ценник вообще прекрасный. Быстро доставили. Теперь будет поудобнее. Но я думаю, намного получше то, что было в комплекте, того, что было в комплекте с холодильником. Ссылочку тоже оставлю в описании. Всем удачи, до встречи, пока!